Что приуныли? Мы сейчас на развилке. Все недоумевают, куда дальше, вперед или назад, налево или направо. Да, примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно. Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. То есть как это не окончено? Не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение – не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план «Щит» – сеть станций радиоподавления, покрывающая территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артём с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой? Нет, нельзя! Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «расскажешь – сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Есть мысль, но... Артём, чем молча глазами сверкать? Проверь лучше эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся, ищи позывной «Ковчег». Понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и удрали из Москвы. Тут и трибунал мне нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Что? Внимание! Внимание! Ну-ка, это что? Комитет по восстановлению базы «Ковчег». Всем, кто слышит это сообщение. Всем слушать! Всем, кто хранит верность присяге. Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код. 1811-79. Ну-ка. Квадрат 18-5. Так, где там номер этот? Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 18-11-79. Ага, гора Ямантал. Ясно, маршрут вырисовывается примерно так. Только сплотив ряды. Вот наша цель! Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это! Проект «Ковчег» — это целый подземный город. Огромные запасы, техника, лучшие специалисты. Это ставка Верховного Главнокомандующего. Там все руководство страны, и они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится, все, вы понимаете это? Начинается новая жизнь для всех выживших. А с женщинами там, кстати, как ситуация? Орлы. Ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? А, это я мигом, это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Бельзебул. Еще лучше. Да ну. А как насчет Авроры? Богини утренней зари и крейсер... Ну, сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но крейсер чего? А, потом расскажу. Значит, решено. Тогда за Аврору!
Артём, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Ермак, полный вперед! Есть! Полный вперед! Ничего себе маршрут. Сколько же нам туда ехать? Как ты, Лёша? Ох, Анечка, ждала того на стрелу в сердце, а получила от небритого мужика пулю, но мимо. Ты как, родной? Ничего не застудил? Держи, разморозим тебя немного. Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямантау? Отец только и думает об этом. Как заслужить прощение, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью. Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Ох ты! Сатана! Костер! Сатана! Люди! Там люди! Тормозите! Сигнальте! Огневой контакт! Четверо! Дрезина! Всем руку! Общий сбор! Артём, давай бегом в рубку! Артём, ты как, цел? Ёкарный бабай! Один цилиндр разбился! Насколько всё плохо? Двигаться можем? Нет, приехали! Проклятье! Мы блокпост чей-то в тумане не заметили. Кто охранял? Форма чья? Ничья, они в ватниках. Старичье какое-то. Старичье? Это их внешний периметр. Могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть баб с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантии нет. Но вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Так, нужны данные. Артём, я тебе на карте пометил. Дуй туда. Узнай, что у них на мосту. Если получится языка взять, еще лучше. Аня, прикроешь его. Есть! Можете я с Артёмом? Как усиление? Нет. Пока в ситуации не разберемся от Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали. Справятся. Ермак, когда пошли, сможешь Артём. Починить Аврору? Пока не знаю. Может, день. Может, больше. Понял. Новая модель. Есть. Походная мастерская. В материалы уж извини. Сам собирай. На тебе разведка близлежащей деревни. Привет. Пойдем, Артём. Мы там осторожнее только. Есть. Ладно. Сэм, я Алёша, в резерв. Странный блокпост этот. Удачи, из говна и палок. Не очень-то они были на солдат похожи, а? На регулярную армию. Деды какие-то. Осторожно там. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Даже те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. Ясно? Слышишь колокол? Вот мы на них, небось, страху навели. Хотя, может, конечно, это рабы их. Или еще что. Спускаемся. Ха-ха, ух ты, здорово. Слышал? Проверишь, что там?
Пока ты был внутри, я тут осмотрелась. Смотри, опора ЛЭП. Для снайпера места лучше не найти. Идем туда. Артём, заяц! Артём, ну, я полезла наверх, а ты весло в руки и греби в церковь. Как устроюсь, вызову. Святой отец Силантий как раз начал проповедь. Заходи в храм, приобщись к свету истины. Только оружие не устроено. Народ у нас мирный, не стоит их пугать. Ну... соблазнами дьявольскими и дарует спасение! Вы злые, злые, никого не спасаете! Нас убили, папу моего... Сюда, наверх! Спокойно, братья, спокойно! Задом супоста! Никуда не деться ему! Скоро здесь будут наши воины подвижники! Скорее! Вот этот дядя с паровоза! Он нас спасти пришел! Правда, Боже! Я уже и не надеялась. Мы с дочкой тоже не отсюда. Силантий нас уже год в церкви держит. Да, мостовики говорить с еретиками не станут. А я все-все расскажу. Уж насмотрелась за год-то. Ох, техноборцы! Подручные Силантиевы явились. Он их, как и здешних, окрутил, только эти с ружьями. Уходите! Тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. И у нас есть, только маленькая очень. Артём, она дело говорит. Уходи к лодке. Женщине больше поможем, не переживай. А мы с Настей к вам. Тише, тише. Ну что, где тут еретик этот?
На лодке пришел. Аккурат пропасть была. А потом что? Да вот вроде тут был, а потом раз и нету. Точно лукавый его послал. И отец Силантий говорит. Да знаю я, знаю, что отец Силантий говорит. Ну, лучше по землю провалился. Ну где они там, нехристи? Сколько ждать еще? Ну что, братья, Артем, нашли критика? Меняю позицию, буду встречать женщину с ребенком. Но ты справишься, я знаю. Надо найти, дети мои, ищите лучше. Сестра, вы видели, не видели? Как ты его не видишь, нехристи? Значит, видели? Нельзя смотреть на них. Отец Силантий говорит, нельзя. Ты посмотришь, можно и технику увидать. А этот грех, что прикосновение сатаны, тот ей постится 300 дмагов. Так видели или нет? Не пойму. Выходи, не спущай более малости. Видела, не видела. Он и видел, выходите. Ну, мы того, ищем. Ладно, пойду я. Иди, иди. Благое дело делаешь. Мало им было старый мир сгубить. Еще и к нам, в нашу общину благословенную, дрянь свою тащут. В болото его. Там губители, бездельницы, греховодники, а праведники за все это отдуваться должны. Ох, дай мне рыбу терпения. Артём, молодчина. Ниндзя ты мой. Обнять бы тебя сейчас. Но надо Катю и Настю на Аврору отвезти, так что увидимся там. Сверься с картой. Тебе туда, похоже, сейчас будет проще доплыть, чем пешком. Артём! Сюда! Ух и здоровый, сволочь! Меня вообще старик в дозор отправил.
Говорит, сиди тихо, приключений на жопу себе не ищи, без крайней необходимости не вмешивайся. Вот я за тобой и смотрел. С оккупантами, я так понял, ты по-тихому управился. Молитвами и крестным знамением? Аня уже рассказала про сектантов. А может, поменяемся с тобой, а? А то я так и вернусь в Москву, не сделав ни одного выстрела. Я девчонку там у барыги одного отбить пытался. Да где там? Почему, если веселуха какая-нибудь, так всегда другим? Вот Мельник на тебя гонит, а все самые горячие дела тебе. Хрен знает, любит так или сосвету сжить хочет. Вообще, конечно, это нечестно. Выдернули меня из Москвы, и что? Сначала уголь в топку кидай, теперь в болоте сиди и в бинокль гляди. Хотя тут есть возможности сувениров домой привезти. Глянь-ка, там самолет валяется. Мне только оставь там чего на память, а то мне тут сидеть еще. Креветки еще достают эти. Договориться бы с самым этим, чтобы слопало. Как там Маугли с животными говорил, а? А вот и Артём вернулся из бизнеса. Живой! НАТО. А то нам князь тут таких ужасов понарассказывал. Идем, тут как раз папа с Катей разговаривает. Они клевые. И Катя, и дочка ее. Катя еще и медсестра, кстати. Катя, спасибо вам за сведения. Но я хотел бы задать вам еще один вопрос. Да, конечно. Что вам известно об оккупационных войсках? А? Простите, не понимаю, о чем вы. То есть иностранных вооруженных формирований вы не встречали? Простите, нет. Ну, мы нигде особо и не были. Глушь одна, да и только. А, понял. Артём, подойди-ка. Артём, молодец, что спас их. Катерина сообщила нам важную информацию. В порту вскрывается некий крест. Механик,
Его помощь нам необходима, чтобы привести Аврору в порядок в разумные сроки. Ермак один не справляется. Так что, как будешь готов, давай в порт за крестом и сразу обратно. Будем думать, что с этими святошами на мосту делать. А теперь мы точно знаем, что мост в работоспособном состоянии. Они по нему сюда год назад перебрались. Но хоть что-то знаем, потому что в целом только запуталось все сильнее. А оккупантов именно здесь может и вовсе не быть. Они наверняка держат только ключевые районы. А в любом случае, добравшись до Ямантау, мы узнаем все. Из источника высочайшего уровня. Руководство Москвы — это так, местное самоуправление, по сути. Так что сейчас нам нужно как можно быстрее преодолеть этот проклятый мост. Как тебе рюкзак-то? Не трет нигде, не давит? Крепления не бренчат? Артём, спасибо вам. Если бы не вы, нам бы точно не уйти. А так они все отвлеклись. А там и Аня нас встретила. Да, дядя Артём, спасибо. И жена у вас хорошая. Добрая и красивая. Вот. Вот, Тёма. Я тебе всегда говорила, как тебе со мной дичайше повезло. Нам с ней всем повезло. Знаешь, как она стреляет? Хорошо бы твоя мама с нами поехала. Была бы у нас команда. Одна лечит, другая калечит.
Ну, погонь! Эй, там, внизу! Паря, ты того! Поднимайся на крышу! Сейчас я стрелу опущу! Паря!
Я здесь! Поднимайся! Ну ты суров, братка! Аж приятно посмотреть, честное слово! Эти-то хоть мутанты, а дело знают. Если деревенских поймают, то тем сразу карачун. А ты их как капусту нашинковал. Ну, здорово, меня Крестом звать. А ты с того провозу, значит? А местные с вами, небось, разговаривать не стали, а? Сразу палить начали. Ну, так ясен хрен и дрить их за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, что да как. У них разгубило. Ну и, значит, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не привечают. Ну а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели, покуда демона ихнего электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, во! А какой я сатанист-то? Всю жизнь технику подчиняю, да торговлишко еще промышляю. А теперь на восток вот намылился. Нехрен в этой части страны ловить. Наездился. Все города выжжены, а вокруг одни бандиты да нечисти. А там-то за Волгой места немерено. Так получше должно быть. Ну так и вот, пилил себе мирно, полная дрезина добра. Думал, торгану по дороге. Черта с два, еле ноги унес. Но, как вы тут нарисовались, появилась у меня мысля. Самому бы ни почем не справиться. Ну, а раз вам тоже на восток, то в такой-то компании. Я вашу колымагу, между прочим, бинокль видал. Неясно, как она еще не издохла. Кстати, бери бинокль, сейчас все тут покажу. Вон, видишь мост? Вот эта секция вверху должна опускаться. Аварийный механизм на месте, но вот работает он нет. Это Катя с церкви знать должна. Я-то на мосту не был. Вон там направо ангар здоровенный. Это терминал. У придурков с моста там типа святое место. Все стены размалевали. Царь рыба у них там обитает. Как есть идиоты. Еще правее, где вагонов куча? Это депо бывшее, там сейчас бандюки обосновались. Ну вообще место богатое. Да и вокруг ничего так, охота и вообще. Я кругом себе лёжки оборудовал в удобных местах. Так что переночевать, отремонтироваться, патронов набить теперь много где можно. Так что ищи, пригодится. Хотя, конечно, можно и просто у костра ночь пересидеть, хоть согреешься. Пойдем, покажу мое логово. Логово мое. Вот так и живу. Не дворец, но безопасно. Все материалы вот лежат. Вообще все, что видишь, полезного забираем. Мне все равно с собой тащить не с руки. Давай, не стесняйся, пробуй. В общем, братка, у меня этот чемодан не только что до виду. Мозгов там девать некуда. А руки, видишь, золотые! Не пожалеете, что взяли! Рванем, братка, на восток! Я вот тут-то у деревенских махрой разжиться успел. Ну, пока они мне не турнули еще. Вот ты можешь по канату вниз дунуть. Берешь карабин, цепляешься и поехал. Фонарик мой им, козлам, не понравился. С тех пор они меня ни в деревню, ни к мосту и не пускают.
Артём, Сэм, у нас тут ситуация. Анна не выходит на связь. У кого какие мысли? Кто что знает? Товарищ полковник, она вроде антенны вон в 200 метрах от «Авроры» осмотреть хотела. Что-то там ей показалось. Одна? А вы что, какие антенны? Так, Артём, живо туда! И вообще, хватит клювами щелкать! Если натовцы при полном параде не маршируют, это не значит, что... Туристы! Конец связи! Артём, ты меня звал. Там было так хорошо. Но я тебя услышала. Ну и как бы я тебя одного... Thank you.
держись! Сейчас тут все накроется! Аня, что с тобой? Аня! Черт! Хорошо, Артем нашел. Че это за место вообще? Видишь бочки? Химия какая-то. Склад, ну или как это, могильник. А майку, может, местные повесили, чтобы подальше... Спасибо, родной. Ладно, так. Ну че, Артем, хватаем и понесли? Еще чего. Я сама. Сама пойду. Отсижусь пару минуток и двину. Старику уже, наверное, крышу рвет. Представляешь, с его доченькой что-то приключилось. Пап, это я. У меня батарея в рации сдохла, промочила ее. А так все в норме. Артем и ребята тут. Сэм, это ты там? Спасибо, что помог найти Анну. Теперь бери ее за шкирку и тащи сюда. Надо провести с ней душеспасительную беседу. А тут еще Степан гражданских на борт тащит. С ума все подходили. Артём, выручай. Старик уперся, не хочет брать Катю с малой. А она врач, да еще знает, где целёхенький вагон найти. Представляешь? Надо что-то делать. Мы пойдем назад, наверное. Да куда вы пойдете? Вас там теперь сожрут святоши эти. Ну... Ладно уж. Ну, привет, Артем! Согласен. Добро пожаловать в экипаж. Спасибо, не подведу. Привет, Артем! Видишь, как все срослось? Артем, подойди. Садись. Артем, у нас появилась возможность перебраться через мост без штурма. По реке регулярно ходят караваны, мостовики с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию моста. По словам Кати, механизм в порядке. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. А если попытаются, мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Хотят крови, получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Товарищ полковник, ну как мы их тут-то бросим? Сожрут ведь! Степан, ты голову пробовал включать? Ты знаешь, куда мы едем? Знаешь, что по дороге будет? И куда Степа мы их в Авроре втиснем? На ящиках с углем спать? Но мы-то ладно, по-спартански. Но женщину, да еще с девчонкой 6-летней, как тут разместить? Да я свой матрас отдам, а сам в кочегарке. Отдохнешь на все сто, и на первом же дежурстве тебя сонного вражеский диверсант зарежет. Все равно, нельзя их оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит. Ну не можем же мы ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валетом спать? Ай, ты явилась. Как мы его достанем? Аврору я туда не погоню, тут и думать нечего. И не надо Аврору, у меня в терминале дрезина припрятана. Ей вагон тащить, что два пальца в асфальт. Сейчас мы с Артемом за ней смотаемся и пригоним.
Христа не пущу. Мы в четыре руки до утра с ремонтом проводимся. А деле вообще ничего не гарантирую. Ладно, черт с вами со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артем, займешься? Ну, Артем, заметим караван, бросай все. Прорваться через мост основное, сам знаешь. И этот шанс я не упущу. Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать о внуках. Держи, Артем, это от дрезины предохранитель. Без него не поедет. Машинка надежная, зуб даю. Мы с ней почти полмира, из конца в конец. Товару перевезли, страшное дело. Из таких передряг меня вытащила. Артемыч, раз уж ты один, получается, в терминал идешь, слушай. Путь не близкий, что хочу сказать-то. Если по темноте отправишься, меньше шанс на бандюков напороться. Они тогда по нычкам своим греются. Но ночью тоже не того, не прогулка будет. И зверья много вылазит, и молнии там шаровые местами. Их святоши за демонов электрических держат. Так что ты покумекай сам, когда лучше выдвигаться. Артем, я в тот район князя в дозор отправил за мостом наблюдать. Связь там не важная, одни помехи. В общем, если встретишь его, получишь последние данные по окрестностям терминала. С Аней и Степаном сговорились, небось. Да я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто не факт, что здешние святоши хуже того, что нас ждет впереди. А, ну ладно уж. Молодцы, что батю уломали. Ну, Артем, как тебе моя мастерская? Наконец я все обустроил, как планировал. Нормальный верстак. И ящики под все инструменты и все остальное. Можешь тут оружие чистить и патроны набивать. Ну, в общем, как на любом верстаке, это понятно. А вот такой оружейки, как у меня, нигде нет. Как ты ствол какой найдешь, я образец раз и на полочку. А потом, если понадобится, выдам в лучшем виде. Чистенький, смазанный. Как новенький, в общем. Обвес потом сам установишь. Я из вас всех настоящих мастеров сделаю, так что учитесь оружейному делу настоящим образом. Аня, спасибо вам с Артемом, что помогли нам. Без вас не знаю, что с нами было бы. Проклятое здесь место, не иначе. Еще и Силантий этот. Катя, не стоит раньше времени благодарить. Можете только Артему удачи пожелать. Конечно, Артем, пусть вас Бог хранит. И вам, Степа, спасибо. Да что вы, не стоит благодарности. Дядя Артем, вы ведь на задание, да? Я попросить хотела. Вон там баки большие. Если встретите там моего Мишку, принесите, пожалуйста, а? Его демон украл, летающий. Страшный, а они там живут. Он демонятом своим унес, наверное. А я сильно по нему скучаю. Хотела в гости пойти, но мама не разрешает. Там ведь электрические демоны тоже есть. Правда, они ночью появляются и светятся. Красивые, но тоже страшные, немного.